Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Мимимишек. Это была слишком ужасная серия. Она вышла 6 месяцев назад, идёт она 6 минут, и видел её 6 раз. Как-то слишком много шестерок, вам не кажется? Серия начинается с того, что Кеша, Тучка, Цыпа и Лисичка роют яму. Кеша сказал: с этой-то машины мы быстро вырыем яму для трупов енотов. Я был напуган. Они убили енотов. Это было слишком жестоко даже для моей психики. Когда Кеша начал рыть, он вырыл какое-то яйцо. Лисичка сказала, что это яйцо динозавра. Но Кеша не поверил. И Тучка предложил отправиться на машине времени назад. И узнать, где правда здесь были динозавры. И они начали отправляться. Начались помехи. Они были шутки. Длились слишком долго. После помех было показано, как вся четверка стоит в прошлом, и там никого не было. Но вдруг из ниоткуда вылезает динозавр. Кеша очень перепугался, но Лисичка сказала, что он еще ребенок и его бояться не стоит. Но Кеша все равно боялся и с опасностью к нему относился. Лисичка сказала, что он потерялся, и им надо помочь ему выбраться из этих джунглей. Они начали идти. Лисичка сказала, что им надо идти в горы, но Кеша ее перебил и сказал, что им не туда идти. Он начал кричать, что им нужно идти в вулкан. Но вдруг за спиной Кеши появился тиранозавр. Он был ужасен. Его крик мог оглушить навсегда. Кеша не заметил его, но Лисичка начала на него кричать. И тут тиранозавр закричал. Это было очень страшно. Мое сердце чуть ли не остановилось. Они начали убегать. Лисичка привела всех в какую-то пещеру. Тиранозавр застрял и не смог выбраться. И Кеша начал его дразнить. Но динозавр кричал очень сильно. Кеша ударил его по носу. И тот раскрыл свой рот, полностью проглотил Кешу. А вместе с ними машину времени. Это был конец для Мишек Мимимишек. На этом все. С тобой был Сергеонис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут бояться, я не смогу уснуть ночью. И помни, это всего лишь мое воображение.